Салют мои самые-самые лучшие. Очень много печенек. Вот целая чашка. Наверное, будет две части. Сухой хруст, как всегда. Знаете, что я люблю? Сухой хруст. Я все методы перепробовала, но поехали. Сухой — это самый вкусный хруст для меня.
Мое впечатление было ассорти, очень много разных вкусов, разных глин. Все совместилось и получился бомбический вкус. После дождя, мокрого асфальта, сырости, пыли прессованной. Еще к этому плюс добавок солинка. Приятного просмотра, пока!